Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десан Ежек, и сегодня мы будем начинать нашу новую рубрику, которая называется «Побег из тюрьмы». Да, ребята, всем привет, и это наша новая рубрика, поэтому будем ли мы ее снимать, зависит только и только от вас. Да, ребята, поэтому давайте наберем по 15 тысяч лайков и на моем, и на Жекином видосе. Как только мы это сделаем, выйдет новая серия. Если не сделаем, то она не выйдет. Поэтому, ребята, все зависит только от вас. Да. Да, я с тобой согласен, не согласен, ну что, пойдем. В чем заключается смысл нашей рубрики? Ну, если она называется «Побег из тюрьмы», то, в принципе, ясно, что мы будем делать. Мы будем строить друг для друга какие-то очень страшные, очень сложные тюрьмы. Будем заключать туда друг друга и также пытаться убежать. Кто сможет убежать, тот молодец, тот справился, тот выбрался на свободу. А кто не смог, тот навсегда останется гнить и мыть парашу и терять мыло в тюряге. Ребята, вы прекрасно знаете, что делать в первую очередь перед лайками. Обязательно нажмите на красненькую кнопочку подписаться. Все очень просто, ребята. Если вы еще не подписаны, если вы только сегодня знали о моем канале, если вы давно меня смотрели, но еще не подписались, обязательно подпишитесь и обязательно нажмите на колокольчик. И также ставьте лайк, если хотите новые серии тюряги. Да. Давайте все же мы сначала пойдем к Жендосу. Я сбегу с его тюрьмы 100%, а потом он попадет в мою тюрьму и посмотрим, что он тут сможет сделать. Погнали, погнали, фраера, погнали, давайте. Ну что, заключенный Эдуарду Перецьяну, проходите на мою карту. Я готов, я готов, так. А, проходите. Ой! А ну стоять, стоять, не двигаться, я, короче, начальник тюрьмы. Товарищ начальник, я ничего не делал. Я начальник тюрьмы, Эдисон, ты вообще, ты знаешь, это да тюрьма... Да не, меня подставили, начальник. Это тюрьма педофилов, Эдисон. О, господи. Меня точно подставили, я ничего не делал. Да, конечно, подставили. Меня подставили, меня засудили, проклятый судья. Начальник, выпустите. Ну, Эдисон, в общем-то, у нас тут, конечно, не роуплей. В общем-то, смотри, в этой правиле, в этой тюрьме есть некие правила. Ты можешь выходить из камеры только либо спасать в туалетик, да, либо прогуляться. Но если ты идешь прогуляться, то ты там должен будешь работать, понимаешь? Вот, ну и, в принципе, все, делай, что хочешь. А, я могу делать, что... Начальник, подождите, тюрьма, говорите, педофилов, да? Да, ты педофил. А может, тюрьма Хогвартса, я вижу, что вы летаете тут. Я не понимаю. Да нет, Эйсон, я ведущий, я не знаю, я еще и ведущий. Ну если что, я тебя пулю в зад сажу, ты не переживай. Горите соседу, да, горите. Так, а что тут такое? Давай, читай, Эйсон, читай. Начальник, уйдите! Так, нет, ты читай. Остерегайся Ибрагима и Стефана. Это самые опасные заключенные в мире. Да, Ибрагим и Стефан сидят напротив твоей камеры. Начальник, я как только услышал слово Стефан, ссать захотел. Можно я поссать? Да. Ну, медленным шагом. Я вот так на шифте. Медленно. А пошел быстро! Да, так, медленно или не медленно? А быстро пошел! Так, а где то... Да успокойтесь, начальник. Куда пошел? Вот так, здесь туалет. Сумки нет. Ни хрена себе. Ну, начальник, дайте я как бы пасу. Высыте. Не надо на пипипунчик смотреть. Да высыте. Так. Я всегда любил в душе ссать на самом деле. Меня тут нету, если что, я просто ведущий, я говорю. Да я ссу, но я в душе помойся. Башка такая грязная у меня! Ты чё тут такое нашел, Одесса? Начальник, я не знаю. А чё я нашёл? Нифига себе, ты какой-то типа. Ой-ой-ой-ой! Это Стефан! Я... Не. Стефану я точно не пойду. А тут Ибрагим, у которого вообще-то скина нет. Ибрагим? Да. Так, хорошо. Но их тебе нужно опасаться, Эдисон. Помни об этом, помни. Опа! А ну, заключенный, нажмите на него, Ага! Уголь! Уголь за лопату. Да, он тебе за уголь даст лопату. Уголь за лопату. А где я уголь? Я даже не знаю, если мне кажется, ты уже долго в туалете сидишь, мне кажется, нужно срочно бежать обратно. Прям вот скоро начальник заподозрит. Ой-ой-ой-ой-ой, да, все, я бегу. Ты долго какаешь. Я бегу. Так, а мне просто. Алло, заключенный, выходите! Подождите! Пипипунчик отстрелю! Все, выхожу, подождите! А ну быстро. Так, подождите, тут. Начальник, можно еще пипипунчик только помою? Да, можно. Пипипунчик просто, я забыл помыть, он грязный у меня. Я за мылом просто гонял. Хорошо, давай. Тут мы
мыла нету. Так, а ну быстро, да, все, в камеру, обратно. Пошли, я пошел. А, в камеру. Я перепутал, начальник, не кричите. Быстро в камеру. Иду. Открывайте. Так, Эдисон, я тебе предлагаю все очень хорошо обдумать. Ну давай, порассуждай. В общем, начальник, я поссал. Прям. Да. Скоро же, ужин же скоро, да, как я понимаю? Да. И перед ужином, чтобы нагнать себе аппетит, надо потрудиться. Я верно размышляю? Ну хорошо, иди трудись. Надо потрудиться. Туда, вперед. Я побежал, начальник, побежал. Давай, на работу, в дворик. Так, вот и кирку бери, она может ломать только уголь. Все работает. Уголь, да, хорошо, ломаем. Электрический забор. Что, реально под напряжением прям? Ну, я бы на эту вещь не советовал. Ну, я тоже, на самом деле, не хочу пробовать. Не, ну ты можешь пробовать, да убеги. Да нет! В смысле убежать? Как я там убегу? Ну, как бы вот просто вот так уберешь, такой паркуришь, вот все. Я тебе говорю напряжение, как бы ты осторожно. Опасные у вас заборы, я вообще ничего не буду делать. Опасные заборы у вас. Вот, уголь копай, собирай. Я копаю, я работаю, начальник. Все замечательно. Ну как бы я понимаю, да, то, что это важно. Да, важно. Перед тем, как похавать, надо, ну, это все сделать. Я все понимаю, начальник, я все понимаю. Ты можешь камень еще ломать, так тебе скажу. А, я и камень могу ломать. Не, ну ты как бы старайся не ломать его, но чтобы ты застрянешь. Оставить могу его? Не, ставить не можешь. Не, ставить ты точно ничего не можешь. Хорошо. Вот. Алло, что за... Как бы это уголь, начальник, ничего. Ну а я начальник, я могу... А, ну начальник реконструкцию решил тут сделать, да, посередине рабочего, да. Хорошо. Ну, в принципе, начальник, мне кажется, я уже натрудился, у меня много угля, поэтому после хорошего денька можно и пококундить. Я прав? Ну да, в принципе, можете идти как окундить. Я все в душе люблю, и писать, и как окундить. Я вообще... Это вообще, слышали, жесткий. Я в душе много чего могу делать. Ну, если ты не додумался до главного, самая главная подсказка была в самом начале. Ну, это так, тебе подсказочка небольшая. Подсказка в начале, да? Да, самая главная подсказка была в начале. Я не знаю, начальник. Так, хорошо. Что, снова работать хочешь? У меня есть лопата. А что с лопатой делать? Ой, я забыл ее подписать, она может ломать только подзол. Ага. Только подзол. Только подзол. Подзол в смысле подзол? Ну, есть такой блог в Майнкрафте, подзол. Типа как земля, да, только... Только такая, как... Грязнее. В общем, ну, я пока кондил, можно вот так сказать, да? Можно пойти... После какой-нибудь куда можно? Поработать снова, да? Правильно. Не, ну я проведу, никто ли не забрался в мою камеру. Нет, никто не забрался, можно. Перед сном надо потрудиться, чтоб крепче спать. Вот я смотрю, ты вообще такой накачанный, это где ты любишь трудиться, я смотрю. Да, смотри. Много картофана копал. Да, я понимаю, да. Ну я вам все тут выкопаю, начальник, вообще. Не переживайте. Опа! Опа. Так, а что у него в кармане было? Мёртв. Я понял. Мне трупак сказал, что он мёртв. Хорошо. Можешь ломать треснутый камень. Ага. Только треснутый камень. Только треснутый... На самом деле, Эдисон, если бы ты прокопался тут в шахте немножко, тут еще одна подсказка была для тебя, ну ты и так уже допер, поэтому... Да? Хорошо. Да. Ну, там была подсказка, что тут есть мертвый шахтер. Ну ладно, давай. Так, опять надо помыться. После трудового такого дня рабочего надо пойти помыться. Так. Мне на самом деле не нравится это все. Я тебе еще раз говорю, самая главная подсказка была в начале. В начале тут или в начале? Ну, ты ее как бы прочитал. Я как понимаю, ну а что мне делать? Ну ты что ты понимаешь, скажи мне. Ну то, что тут есть вот этот камень, который мне надо сломать, да? Только да потому что кирка мне так сказала, то что ломай камень, дебил. Кирка уже разговаривает, нормально. Вот. Поэтому ну, зачем? А зачем? Ну, чтобы выбраться, наверное, или ключ какой-то найти, или через тубзилет сбежать. Ну ты подсказку, вспомни подсказку. Самые последние слова в подсказке на второй странице. А, там еще вторая страница была? Да. У них есть одна слабость, они ненавидят друг друга. Так. Да. Так, а что, ну, странно на самом деле это все. Да, очень даже странно, единственное, это все очень-очень странно. Опа! В бой, пацаны! Они дерутся! Забегай быстрее!
прыгай, падай! Ломай, ломай, ломай! Быстрее выходи, выходи отсюда! Нет, стой, стой! Да, я сбежал! Хорошо, можно бегать, чат! Да! О, яички! Сейчас я яичко подберу. Давно ты, на самом деле, все прошло не так, как я задумывал, то есть ты как-то все, ну, про это, проскользнул через несколько пунктов, но ты молодец, если ты молодец, да. Ну, я прям мастерски сбежал, да, не зря я смотрел Побег из тюрьмы фильм. Ну, хорошо, хорошо. Сейчас твоя очередь, заключенный. Фраерок ты наш, фраерок. В общем, фраер! Ой, заходи, я готов. Заходи в тюрягу, заходи. Ты, конечно, этот, ты какой-то странный, ты полицейский, ну ладно. Заходи, да я тебя просто на зону отправляю, на зону я тебя отправляю. В общем, фраерок, так. Слушай, ты в тюремной камере, паскуда. Ты сюда попал за то, что... дебилом, вот так можно сказать. Да, за то, что дебил садишь в тюрьму. Вот. Поэтому, фраерок, делай, что хочешь, как бы. Тюрьма, это тюрьма вообще без присмотра. Ну, есть небольшой присмотр, но толком без присмотра, можно так сказать. Вот. Эдисон, я тебе тут сразу скажу, но если так задумано, то окей. Я без гемода не могу сказать. Нет, оно все там работает, фраерок. Да. Да, работает, да. Хорошо. Ты просто упражняйся, ты просто очень много прыгай, и очень много нажимай на кнопку мышки. И ты рано или поздно... Не, тут нельзя. Да, тут, я пробовал. Да, рано или... Это не слишком далеко, это просто сложно туда попасть. Прям впритык встань и прыгай, нажимай, без остановки. Все работает, я пробовал. В этот раз ты меня не надуришь. В этот раз я все пробовал. Не, я бы тогда тебя не дурил. Ну да, ну я понимаю, но в этот раз я исправил свои ошибки. Оно все работает, просто надо много прыгать, тренироваться, и однажды так высоко подпрыгнешь, что сможешь нажать. Да. Вот просто прыгай вот так. Вот так. Я-то прыгаю. Опа! Отлично. Видишь, я тебя не обманываю. Ломай только cobblestone. Это типа английский, да? Нет, это просто ты... I know English. Да, ну как бы все нормально. Это просто тюрьма на кубе, понимаешь? Вот. Поэтому они тут... Don't know English, можно вот так сказать. Я понял. Так, я могу... Только железную... Нифига себе! Я прогрессирую, я выхожу из тюрьмы. Алло! Так, ты все там. А ты рассказывай, что ты там сделал. Ну смотри, я за киргу, которая может ломать только булыжник, купил киргу, которая может ломать только забор. Ага. Я на заборе, ура! Да, но смотри, у тебя уже была одна кирка, а ты ее проапгрейдил. То есть она в данный момент может ломать и булыжник, и. А, и решетку. Да. Все понял. Ну все, я сейчас разберу твою тюрьму по кусочкам, как бы ты не переживай. Да, ничего. Ты не переживай. Ой, я не то сломал, единственное, случайно. Так, фраер! Извините. А тут что? Смотри. Харай тюрягу всю ломать, ну как бы хорошо. Подожди. Ты один блок сломал, другой блок сломал, но не вот прям всю тюрягу разбирать же. Хочу разобрать всю тюрягу. Так, хорошо. Так, окей, сломай вот эту решетку сразу, наконец. Да, ну ты молодец, конечно. Только тут ничего нет. Ничего нет. Так, а что ты пропустил, Евгений? Что ты пропустил? Ты подожди, я сейчас разберусь. Ты вот, правда, не переживай. Ага, вот тут есть. Ага. Там что-то есть? Нет. А тут как бы еще одна... Тут камера, ничего? Ну... А, да? Что-то даже не заметил. Да, ну я... А смысл, так я... А так я же сундук этот уже открывал. А, ну значит, да, значит, бесполезная камера. Все было, все нормально. Тут все есть, тут все, что надо, оно есть, да, просто слеп. А, я вижу. Ага, а что там такое? Так, кнопочка. Кнопочка. На железный блок. Все, валим! Ну. Валь! Кнопочку, нажим! Дверь! Нажимай еще раз. Да чё за... Опять заклинило, ща я разбегу, я ее сломаю. Давай. Давай. Почему я тот заключенный? Что вы мне мозги пудрите? Обратно в камеру, возвращайтесь обратно в камере. Я тут дверь починю, все нормально. Так, все. Молодец. А мне посрать вообще, как вообще тюряги без присмотра, мне тут вообще мало платят, поэтому делай, что хотите. О, полицай стоит. Так, ты к нему лучше не подходи. Я слышал. Да, я слышал. Очень опасный полицейский, очень опасный. Я смотрю, ты очень опасный полицейский. Я? Да, вообще какой-то прям не полицейский, я бы даже сказал. Ты комментируй свои действия, что ты делаешь? Я нажимаю на кнопочки. Молодец. А, тут есть вот это. Да ладно!
Так, а зачем так, ты проходишь тогда? Я тоже спрашиваю тебя, зачем ты паркуришь? Так, что-то посветлело вдруг. Подожди. То, что-то должно быть явно. Может там что-то... Ломать ничего нельзя. Ага, я вижу. Только... Опа! Что там? Лук и стрелы! Но мне кажется, это отличное оружие против полицейского. Нет, так. Думаешь? Или против летучей мышки? Не, ну ты стрелы экономи, они тебе еще пригодятся. На, падла! Ты в летучую мышь не попади, а то стрелы как бы... Опа, молодец. Так. Ура, побежал. Так, хорошо, так. Я слышал, то, что вот через вот это место, вот эту площадку, много заключенных сбегало. Прям очень много заключенных. Тут пёпр Ламборгини, ну не совсем пёпр, но какая-то машина. Какая? Не знаю. Тут много всякого. Ну ты ищи! Фраерок! Что искать-то? Ничего не вижу. А какая мне разница? Я знаю, что ты слепышарик, но как бы я подсказок не буду давать. Ты сам можешь найти те же подсказки. Ну просто ты не чекаешь места. Вот предыдущая комната, может, там ещё дохренище всякого есть. А ты ничего не прочекал. Вот, я сейчас-то прочекаю. Ага. Так, вот тут есть печка. Печки ни хренашеньки нету. Ой, ты что тут дохрена всего? Ни хрена тут нету. Ой, я застрял. А, я же могу ломать. Ну ты дурак, да. Ты всегда помнишь. Так, туалет, хорошо. Туалет, ты можешь пока какую-нибудь, в принципе. Я тебе разрешаю, фраерок. Можешь какую-нибудь. А зачем блоки ломать, придурок? А не надо, вот Ага, только дуб. Только дуб, да? Ну, так, Эдисон, подставляй свою голову. Да. Петросян, давай, бери. Опа! Опа-на! Тут дерево, так, плюс два железа, тире топор, ток-лист. Как? Ты что, по-русски читай, пожалуйста. Так, дерево, плюс два жел, тире топор, ток-лист. Так, ну, ты, конечно. Дерево, плюс два железа, ну, два железа у меня нету, тире топор, ток-лист. Ты какой-то тупой, у меня такое ощущение. Смотри, ты уравнение, да? Дерево, да? Дерево плюс железо равно топор, да? Так почему там два железа, если топор крафтится с трех железа? А тут написано два. Нет, это просто ты дурак, там все нормально написано. Ты меня хочет меня обмануть, прикинь, он меня хочет обмануть. Так, хорошо. Ну ладно, мы тебе просим это, ошибочку. Ток-лист. Да. А где железо? А что такое ток-лист? Ток-лист. Типа, то только листу можно да, ломать. Только листу, да. Ток-лист. Ну ты вообще, конечно, мастер сокращений. Ток-лист, да. Так, а тебе вот это дерево не нужно, которое тут валяется? Я не знаю. Ну хотя, мне посрать. Так, следующие шаги. Что ты сейчас будешь делать, фраерок? Я буду все ломать. А что тебе надо? Что тебе надо? Здесь, подожди, я, кажется, понял. Тут же я могу... А, нет, не понял, ни хрена. А вот там я ничего не могу, да? Открыться, лезть? Не знаю. А я могу блоки ставить, нет? Нет. Блин, мне нужно наверх залезть, Эдисон. Мне срочно нужно наверх залезть. Да из чего ты решил, что тебе вообще туда нужно? Давай начнем с этого. Ну там сундуки всякие стоят. А, может это просто отвлекающий манёв? Кто его знает? Манёв. Ну, хорошо, ладно. Пойдем посмотрим, что тут. Да. Я не знаю, Эдисон, ни хрена, я понял. То есть мне нужно сделать топор, а как мне сделать топор без железа? А у тебя есть одно железо, да? Ты же нашел его. Нет, да? Нет ни одного железа. Я ж только что в руке у тебя железо видел. Ничего, у меня есть только вот это. Ты придурок? Ты с этого сундука взял одно железо. Идиот, я только что у тебя в руке видел. Да нет же никакого железа. Да я в руке у тебя видел, я как бы много лет работаю в этой тюряге, но я еще не знаю. Я тебе говорю, если не знаю, может там Майнкрафт заложил, но мне не будет. Да. Хорошо, конечно. Ты меня будешь обманывать, да? Я тебе реально как бы говорю. Я еще поставлю на паузу и посмотрю, я тебе скрин отправлю, то, что у тебя в руке было железо. Заключенный, у вас есть железо или нету железа? Заключенный. Железо, покажи, фраер! Я не хочу отстать. Ну хорошо, ну давай. Ты думай, что тебе дальше надо. Я не знаю, где второе железо! Ну ты просто глаза, открой глаза. Грозуньки свои. Глаза-за! Ты на кирку свою посмотри, что она ломать может! Что она ломать может? Железную решетку. И? Только жел, точка решетка. И каблстоун, не забывай. А, и каблстоун. Да, но ты не всю решетку сломал, дебил! В смысле? Так, ты такой, конечно, такой крутой, да. А что, я не понимаю, подожди! Ты меня путаешь! Какую ничего не сломал?
Ой, какой же ты такой. А что там, ага? Давай! Там все возможно. Ты просто трудись, салага. Давай. Опа, попрыгулики. Опа, давай. Оп. Давай, вверх и вниз. Какого хотя бы блока? Откуда я знаю, без разницы. Хоть самого последнего. Вот берешь и прыгаешь. Опа. Вверх-вниз. Прыгаешь. Опа. Прыг-скок. Сразу нельзя? Нет. Тебе надо именно отсюда. А зачем так далеко ставить? Ну потому что тюрьма, тут все сложно. Че ты хочешь, чтобы тебе на блюдочке все приносили? Я не могу понять. Ты что вообще? Наконец-то железо. Как ты вообще в тюряге выжил, а? Ой, я не знаю. Ну тебе, что тебе надо скрафтить? Давай вспомним. Железный топор. А у тебя два железа, придурок, а не три. Да, железный меч скрафтить. Не, тебе именно топор нужен. Так, я тебе дам подсказку, что-то на улице есть. Что-то прям на улице есть. Ой, сейчас найду. Так, тут что-то есть? А что это какое же? Я открою глаза, глазоньки открой, глазоньки, да, глаза, приоткрой, пожалуйста, давай, да, глаза открой. Ага, там какая-то кнопка есть. Да? Да, только если ты думал, что можно по каменной кнопке попасть с лука, то нельзя. А ты стреляй. Ой, все ему доказывать надо. Ну ты вспомни. Вот я с тюряги уже сбегал, да? Все, сбегал. Mm-hmm. Вот. Я, короче, там помню, я тебе расскажу, фраерок. Я там, короче, видел. Знаешь, что я там видел в этой тюряге, когда я сбегал? Короче, мне сказали не то, что я попал в тюрьму педофилов, а я, короче, в тюрьму Хогвартса попал. И знаешь, что меня начальник научил делать? Короче, я видел, как он вот так вот делает. Прикинь, он летал. Да, и он меня научил, поэтому. В честь этого, то, что ты меня научил, я тебе помогу. Опа! Ага, ура, наконец-то. Да, не зря я в эту тюрягу попал, но начальник меня научил летать. Так, ага. Так. Чё там, а что ты там делаешь? А вот не скажу. Ты можешь покушать. Нет, зачем? Ты покушай. А что может ломать этот топор? У меня такой вопрос. Ток-лист. Ток-лист, подожди. Я топор-то не могу еще скрасить, мне нужно верстак найти. Вот. Да ладно! Так, подожди. У тебя за спиной два верстака. Да я как бы еще, я просто не успел еще вытащить железо. Так фраер, давай! Да не там, с другой стороны! Ток-лист. Все нормально, поехали! Ура! Феррари, Ферд, Алоссен! Подонок сбежал, иди сюда! Риски, как же заколебала твоя тюрьма! Вернись, фраер! Не, только не на меня, НЕТ! Да! Опа, поехали! Ой-ой-ой-ой-ой! В общем, ребят, пока меня этот фраерок подвозит домой, не дерево, вот, все нормально, да. Пока он меня подвозит, ребят, мы на этом будем уже заканчивать. В принципе, если вам понравилась данная рубрика, новая рубрика, обязательно прямо сейчас ставьте огромные пальцы вверх на наши видосы, и давайте наберем по 15 тысяч лайков, и сразу же выйдет следующая серия «Побег из тюрьмы». Да, ребята, и также не забывайте подписываться на наш канал и, конечно же, подписываться на наши инстаграмы, потому что там наши крутые фоточки есть. Ага. Да, ребят, спасибо вам большое за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока.